18.08.2018. Дата с тремя восьмерками. Для молодожена в этот день считается счастливым. Восьмерка похожа на знак бесконечности, и влюбленные верят, что если пожениться в этот день, любовь будет вечной. В украинские ЗАГСы подано 2790 заявлений на регистрацию брака в этот день. Это в два раза больше, чем было 8.08.2018 и больше, чем в день Святого Валентина. По всей Украине запустили флешмоб «Брачный рекорд 2018». Мария и Богдан ждали сегодняшнего дня, потому что верят в магию цифр. Пока только расписались, а праздновать традиционную украинскую свадьбу будут после окончания Успенского поста. Совпали три восьмерки. Это как символ бесконечности. Для нас это означает как бесконечная любовь. Новобрачные Роман и Ольга о совпадении цифр даже не задумывались. Теперь эта дата лучше запомнится. Мы об этом не знали. Но классно, что так совпало. Будем надеяться, что это повлияет на нашу жизнь в лучшую сторону. Во Львове сегодня поженились 54 пары. Обычно расписываются в 5 раз меньше. По словам сотрудников ЗАГСов, такие даты всегда ажиотаж. Сейчас у нас пассивский пист. Сейчас у нас пост, поэтому в такие субботы у нас мало пар женятся. А сегодня чувствуется, что люди выбирали именно эту дату. Анастасия и Сергей организовали свадьбу в славянских традициях. Дату выбрали не случайно. 18 числа познакомились, 18 числа Сергей сделал предложение и сегодня заключили брак. Три года назад познакомились, полгода назад я сделал предложение. Это совпадение, судьба свела. Традиционный свадебный ажиотаж и на прифронтовых территориях. Понравилась дата, решили выбрать эту дату. Дата интересная, поэтому решили очень. Символ бесконечности. В Луганской области сегодня поженились 56 пар, обычно вдвое меньше. Такое есть понимание у молодоженов, что брак, который будет зарегистрирован именно в эту дату, будет бесконечным. И любовь будет бесконечной. Чтобы расписаться в желаемую магическую дату, заявление в ЗАГС нужно подавать за месяц и один день. Юлия Биль, Арина Потоцкая, Анастасия Волкова, UATV.